Оглядевшись вокруг, мы всегда заметим то здесь, то там, тот или иной порядок. Можно проследить порядок в природе, в истории. Упорядоченные структуры многое расскажут нам о жизни, об устройстве вещей и даже о Боге, о том, как Он учит нас. Есть один порядок, которому во все времена следует Бог, чтобы давать нам руководство и наставление. Он делает это через пророков. Пророки — это глашатаи Бога. Те, кто получает власть действовать от Его имени и нести Его учение миру. Возможно, вы читали о пророках прошлых времен, таких как Ной, Авраам или Моисей. Бог призывал их в определенное время в истории, чтобы учить и направлять своих детей. Чему же именно учат пророки? Они учат нас, как найти счастье, как быть хорошим человеком, учат, как защитить и укрепить свою семью. Но главная роль пророка – рассказывать и свидетельствовать об Иисусе Христе и учить нас прилежнее следовать за Ним. Сегодня, как и прежде, Бог следует тому порядку, когда мы получаем руководство от Него через пророков. Эти пророки даны для нас, для нашего мира, со всеми его возможностями и испытаниями. Времена, безусловно, изменились, но Бог неизменен. Он действует, используя все тот же порядок, призывая пророков.